Всем добрый день, добро пожаловать в Липецк, стадион «Металлург». Здесь играет одноименная команда на 18-й тур «Олимп ФНЛ». И сегодня в гости к «Металлургу» приехала «Балтика». Разное настроение у команд после 17-го тура. Атака через левый фланг, смещение и передача. Опасно, может быть, удар в дальний! Гилоян бьет, шикарнейшая возможность для «Балтики». Да, вот так на 4-й минуте «Балтика» получает превосходный момент. Нет вот этих типичных для многих команд «Олимпа ФНЛ» дальних забросов. В итоге мяч доходит до Арустамяна. Пас в левый полуфланг. Удар издали! И первый сейв в этом матче Максима Бориско. Фанатский сектор «Металлурга». Очень активные болельщики липецкие на старте этого матча. Подача в штрафную. Удар издали. Опаснейший момент. И прекрасное спасение Максима Матюша. Около 10 минут до завершения первого тайма. Подача следует. Мяч летит прямо в штрафную. Момент. Удар. И гол. И забивает «Балтика». Отличается Исхан Гелаян. Но как же был хорош Максим Матюша. Да, мы, конечно, сейчас отмечаем, что «Балтика» забивает. Безусловно, мы об этом говорим. Но при этом забитый гол «Балтики» пронизывает шикарный сейв Максима Матюша. Вот это спасение. И правильно в сторону отбивает 13-й номер. Посмотрим, как будет выглядеть Липецк после перерыва. И также интересно, как будет выглядеть команда гостей во втором тайме. Уж не знаю, увидел, не увидел, но в любом случае такой момент вполне показательный. Удар и штанга! Мяч опускается сверху на сетку. Еще раз смотрим. Да, и причем от головы футболиста «Металлурга» мяч полетел в самую крестовину. Александр Кутин. Неудачный прием Кутина. Подача, это даже прострел низом. Опасный момент, удар по воротам, и это 2-0! И это 2-0! «Балтика» забивает еще один гол. Шикарная комбинация. Начинает ее Максим Кузьмин. Вроде бы ничего экстраординарного, но все очень четко реализуют футболисты из Калининграда. Вынос. Белов играет на Кутьина. Доборолся Сухарев. Сухарев смещается в сторону штрафной площади. Передача. Кутьин покатил под удар. Завезен дальше. Овчинников бьет по воротам. И отличное спасение Максима Бориско. Продолжится атака. Ну вот «Металлург» доводит дело до удара. И неспроста выходит Овчинников. Именно он завершает это наступление. Позиция шикарная, удар хороший и прекрасен голкипер «Балтики». Отвечает «Балтика». Гилоян. Один пока идет. И какой момент! Ой-ой-ой-ой! Ничего себе! Это самый красивый автогол, который я видел в своей жизни. Ну какие вопросы к Войделю? Это просто судьба, это несчастный случай. Счет 3-0 в пользу «Балтики». И в этом эпизоде никого нельзя обвинять. 88-я минута. Пас пяткой. Красиво разыгрывают гости. Отлично. И удар в касание. Шикарный удар. Божественный мяч забивает «Балтика». Комбинация роскошнейшая. Ильнур Альшин все-таки свой гол оформляет в этом поединке. Ну что не гол, то просто потрясающие действия гостей. Чужой штрафной, удар по воротам. Овчинников хорошее решение, но не попадает в угол. 10-й номер. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. «Балтика» в ближайших турах может подняться уже и в середину турнирной таблицы. А вот «Металлург» остается после 18 проведенных встреч с 15 баллами